Сотрудники госавтоинспекции продолжают проводить видеоуроки с юными участниками дорожного движения в преддверии летних каникул. На днях состоялось занятие по теме соблюдения правил дорожного движения с использованием наглядных пособий. Автоинспекторы подробно разобрали правила для пешеходов, переход проезжей части, виды пешеходных переходов, безопасность во дворе и так далее. Отдельно остановились на обязательном использовании световозвращающих элементов на одежде.